Внимание! Перевод неофициальный, и в каких-то моментах некоторые фразы были изменены. Приятного просмотра. Что за... Что за монстр мог так поступить с бедной маленькой Флики? Здесь что-то не так. Мне это ни капельки не нравится. А? Эй, это Соник? О, Хаус, как я рад тебя видеть! Так много крови. Слишком много крови. Соник, ты в порядке? Ты не ранен? С ним что-то не так. Я впервые вижу его таким. Мне так жаль. Мне так жаль, Тейлз. Эй, все в порядке. Ты не сделал ничего плохого. Не извиняйся. Я знаю, что сейчас это место немного пугающее. Честно говоря, у меня мурашки по коже. Но все будет хорошо, я обещаю. Мы будем вместе до самого конца и выберемся отсюда. Правда? Конечно, не нужно плакать. Я здесь ради тебя, приятель. Подожди! Ты не... Я знаю, что сейчас это место немного пугающее. Честно говоря, у меня мурашки по коже. Блять, пиздец. А, это хуёво, это понимаешь? Я не умею озвучивать Тейлза, дуралей. Ну, типа, он у меня какой-то простуженный. Ты же это не вставишь в видео, да? Я надеюсь, что нет.